Республика отметила Рождество в ночь с 6 на 7 января. В 63 храмах региона состоялись торжественные литургии, посвященные православному празднику. Несмотря на морозную погоду, почти все религиозные учреждения встретили уникальный наплыв верующих. Многие пришли не просто ради веры, но и ради надежды, что с помощью высших сил год будет удачным и благостным. Любовь Лапина одной из первых встретила Рождество. Несмотря на суровый мороз, собираться на богослужение верующие начали загодя. Свято-Вознесенский храм, что в столичном местечке Кироль, был полон за полтора часа до начала службы. Встретить рождение Спасителя пришли и стар, и млад, и даже те, кто в церкви нечастые гости. Главный православный праздник объединил всех. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. В общей массе православных и Сергей Гапликов. Всю праздничную неделю он провел за работой, но на рождественское богослужение пришел. Я время всегда для этого праздника нахожу. Это какое-то, знаете, такое особое таинство, приобщение к чему-то более высокому, чем, наверное, мы ощущаем все. Не знаю, но для меня это просто большой праздник. Свято-Казанский храм в местечке Кочман – один из старейших Коми. Его двери были открыты для верующих даже в самые тяжелые для православия советские годы. Рождественская служба здесь началась в 10 вечера. К полуночи церковь уже не могла вместить всех желающих. Прихожане ставили свечи в специальных вертепах, в символическом прообразе места, где родился Спаситель. Рождество – это все, как бы сказать. Рождество – это рождение Христа, Спасителя нашего. Тянет почему-то. Отдать дань. Для души может что-то или как? Да, душа. Она как-то, благодать какая-то идет. Каждый отмечает этот праздник с радостью, душой, потому что приходишь в церковь, поднимается настроение, Господь родился, и всем радостно на душе. Праздничная литургия собрала несколько тысяч прихожан и в нижнем пределе главного храма Коми – Стефановского собора. Традиционно службу провел епископ Сыктывкарский и воркутинский Петерим. Он призвал прихожан исполниться Духа Святого и восстать от греховного сна. А уже следующим утром все храмы и церкви республики вновь принимали православных. Несмотря на мороз, люди приходили целыми семьями. Вот и Мария Селезнева в храм пришла с двумя старшими детьми. Дома на попечении супруга остался еще малыш. Столь знаменательную дату православная семья пропустить не могла. Ну, мы сегодня, конечно, спали ночью. Надо, конечно, стоять, а мы как бы спали. У нас просто трое детей, мы как бы маленькие все, и решили утром прийти. На утро в храме царила атмосфера умиротворенности. Люди в порядке очереди ставили свечи и оставляли записки. Неспешное действие сопровождало пение церковного хора. А в это время от епархии в сторону храма выдвинулся крестный ход. Во главе отец Александр, настоятель храма Рождества Христова. С ним наравне по традиции казаки, представители Терского войскового казачьего общества в Коми. Не близкий путь на морозе они с прихожанами преодолели, как положено, мужественно. Да, нормально шлось, хорошо. Мороз закаляет веру еще больше. Да, закаляет. Сам же отец Александр не скрывал своей радости. Такого количества прихожан в морозный день он и не ожидал увидеть. Очень рады, что сегодня, в этот день, великий праздник Рождества Христова, много-много людей пришло. Видите, сколько в храме, в соборе здесь, в Стефановском, во всех храмах, монастырях, везде молятся, просят Бога помощи, заступления. Каждый человек несет свои дары. Кто постился, кто молился, доброе сердце, любовь к Богу, к ближнему. Завершился крестный ход рождественскими гуляниями возле елки. Ее поставили сразу за Стефановским собором. Здесь гостей ждали песни и пляски в исполнении народных коллективов. Любовь Лапина, Наталья Литкевич, Ли Костромин, Василий Янин, телеканал «Юрган».